нашли все-таки, как добраться до Финского залива с Большой Жоры. Вот за знаком. Главная дорога поворот направо. Прямо. Там парковки даже есть. Сейчас подъедем, посмотрим. Так, вот здесь такая парковка, где можно машину оставить. Здесь шлагбаум, туда проехать нельзя будет. Свалка. Здесь же дорога к Финскому заливу. Доминик, расскажи нам, как долго ты искала дорогу к Финскому заливу? Очень долго. А это что такое у тебя? Это помойка. Это помойка разве? Или ты купаться там будешь? Там, скорее всего, полотенце. Ты, то есть, будешь сейчас купаться в такую погоду? Нет, ноги. А, ноги намочить хочешь? Ну, хорошо. Ну, все, давай. Так, так мы идем туда. Вот так вот мы прошли дальше, к Финскому. Ну, уже Финский залив. Детская здесь. Вот. Ну, Финский залив. Вот Финский залив. Доминик. Хотела кикот там сидеть. Да. Написано 800 метров плавать отсюда.